умная. Вообще, я прихожу к выводу, что все собаки в моей жизни, они появляются как-то случайно. Как-то я бы не сказала, что я очень сильно их хотела. Вот именно в этот данный момент времени, когда они появились. Я, правда, не видела никогда фотографии щенков. Ну, шла на квартиру, я говорю, да, конечно, высылайте, говорю, я посмотрю. Мне приходит письмо, я открываю эти фотографии. Боже мой. Кто не видел щенка нового шотландского ретривера, это вообще... И, конечно, когда я посмотрела в глаза, у меня прям... У меня что-то ёкнуло. Это была среда, с пятницы на субботу ночью мы этого щенка встречали с поезда из Воронежа. Так у нас появилась Тина, первый новошотландский ретривер в моей семье. Почему именно эта порода и почему у меня именно третья собака этой породы? Конечно, она заставит вас шевелиться, это однозначно. То есть лень придется отодвинуть в какую-то сторону. Она заставит вас, собака, вести здоровый образ жизни, это однозначно. Ты уже не погуляешь допоздна, как говорится, не напьешься, не наспишься. Все, то есть уже хочется и лишний раз по лесу прогуляться, уже думаешь пойти выгулить собачек и увидеть эту красоту. Конечно, собака заставит вас такие... Я не знаю, пейзажи смотреть, если вы любите природу, если хотите ездить. Даже если у вас нет машины. Мы ездили на электричке достаточно долгое время. И зимой, и летом. Это все очень здорово. Ее компактность. Мне очень нравится, что эта собака не большого размера. Она не крупная, она весит до 20 килограмм. Вот. Ее легко даже физически женщине поднять, опустить. Это удобно и в транспорте, это удобно и на прогулке, что, конечно, она более управляемая с таким весом. Реагирует на любое твое настроение. То есть контакт очень хороший с человеком. Это просто, я вот за это люблю, за их интеллект. Интеллект, наверное, пятый. Люблю умных и людей, и собак. То есть интеллект очень высокий. Меня один раз Асти перетаскала полмешка яблок с кухни, и я даже не сразу это поняла, потому что она делала это очень тихо. Она заходила на кухню, брала одно яблочко, молча уходила в комнату, куда-нибудь в уголочек, его съедала. Но я просто так краем глаза вижу, вроде собака ходит, ну ладно. И пока я уже не зашла, я думаю, что как-то какая-то суета, и вроде она на меня внимания не обращает. Там уже полмешка яблок съедены. Причем она не ела их там, она просто брала тихонечко, уходила, съедала, возвращалась. И вот все, что еды, конечно, касается, это вообще у нас. Когда Тина была щенком, она у меня, я ее застала, думаю, что за прыжки на кухне. Ей было вот буквально 4 месяца. Она у меня, я ее застала, когда она на кухне подпрыгивала и пыталась схватить кусок курицы с горящей сковороды. То есть она увидела, сообразила, но это вот пищевики, но отучаются, они очень быстро понимают, очень быстро. Достаточно несколько раз повторить, закрепить, и все это уже осталось в голове. Она может делать все, что угодно, понимает очень быстро. Нюанс, она не любит монотонности, потому что многие привыкли к дрессировке, вот этот постоянный, просто монотонный. Сидеть, стоять, сидеть. Когда ты обучаешь щенка, здесь, конечно, нужно больше эмоций. Это собака, которая заставит вас проявлять свои эмоции. То есть, если ты ей говоришь, ты радуешься, ты должен прямо это говорить с такими эмоциями. Даже самого угрюмого человека, наверное, она заставит и улыбаться, и эмоционально с ней общаться, и разговаривать. Это... Контакт очень хороший, реакция моментальная. Какое самое любимое их слово? Команда, может? Хотелось бы сказать «ко мне». Но это не всегда так. Самая полезная команда – это команда «ко мне». А самая любимая? На самом деле, наверное, у них нет любимого слова. У них есть любимые ассоциации. Они же не понимают слов как таковых. Они их привязываются к эмоциям. Мы были как раз на международной выставке собак. Мы стояли около ринга Толлеров. И было так интересно, я стою, значит, смотрю, женщина стоит, по-моему, она из Финляндии была, она стоит с собакой, собака на нее смотрит, и она ей говорит на каком-то инопланетном финском языке. Я понимаю, что она, в принципе, говорит какие-то элементарные команды, там, стоять, на ее стойку стояла. Мне так было странно, и ведь я вижу, что собака ее понимает.
Я, конечно, думаю, что моя бы собака ее не поняла. А сам собачий язык, эмоции собак, их какие-то желания, да, к сожалению, они не могут вам сказать. Но они это показывают языком тела, эмоциями, гавканьем, какими-то, ну, наверное, просто опыт. То есть, получается, у меня почти 10 лет будет в следующем году, как у меня собаки. И просто уже опыт. Опыт, любовь, терпение, понимание. И вы начинаете чувствовать это существо уже. Вот, которое палочку грызет. Тина! Тин! Ты что? Конечно, если вы хотите чемпиона, это как с детьми. Что значит, я не знаю, вырастить чемпиона мира по гимнастике? Представляете, какой это труд? Это с рождения просто. Ты с детства ребенка, ты закладываешь программу, и, можно сказать, на десятилетие это идет. Тут есть девиз очень хорошего зооцентра в нашем городе. Я его взяла себе тоже на заметку. Не девиз, выигрывает подготовленный. Так и есть. То есть это труд. Это на самый настоящий регулярный труд. Это постоянные тренировки. Мы активно занимаемся фитнесом, хендлингом. Это питание, это уход за шерстью. Вообще, чтобы твоя собака преуспевала хоть в чем, чтобы она проявила себя, показала на выставке, на таске, на охоте, в аджилити, в любом своем занятии, это нужно уложить очень много труда. То есть это регулярные тренировки, это питание, это уход за шерстью, это, ну, хендлинг, я не знаю, это просто, ну, это уже становится, я не скажу, что мне это, допустим, тяжело, или я на это жалуюсь, нет, ты просто уже получаешь от этого удовольствие. То есть, как, я не знаю, как родители, которых пытаются воспитать чемпионов в своих детях, да, их водят на секции, и уже когда серьезно занимаются, ну, это примерно то же самое. То есть, ты занимаешься собаками, вот, ты уже расписываешь, у тебя целая команда, у нас вот работает целая команда. То есть, у меня два хороших фитнес-тренера, у нас замечательный хендлер, замечательные тренера по другим дисциплинам, по натаске, по аджилити. Вот. Есть какие-то зооцентры, мы консультируемся с грумерами, то есть мы подбираем косметику, чтобы их шерсть выглядела, мы подбираем питание, мы общаемся с прекрасными ветеринарами. То есть на самом деле это труд, большой труд. Но этому нужно уделять очень много времени. Но и главное, чтобы собака получала удовольствие на самом деле. Потому что если, например, собака... Я не вижу смысла, если твоя собака сама не получает удовольствия, например, в ринге на выставке, ну зачем ее туда водить? Я не вижу в этом смысла. Мои получают удовольствие, они знают, что такое. Я беру ринговку, беру сумочку с едой, и все, они у меня в ринге работают, они работают. Это, конечно, ценится. Чтобы стать чемпионами, в частности, например, по красоте в своей породе, это же чемпионка по красоте, собака, это очень чувствуется в ринге. Она чувствует себя красавицей или нет. То есть она прям выходит, говорит, я вот такая вот. Это на самом деле так. Они так делают. Они выходят в ринг, вот Асти особенно, говорит, я звезда. Это чувствуется. Конечно, поэтому она побеждает. Конечно, эта собака не для дворового проживания, не для будки. Ей хочется быть с человеком. У меня такой случай, у меня щенок Яшин был, да, и его... У меня одного из щенков приобрела семья для мальчика, который болен, вот, и у него достаточно сложное заболевание неврологическое, и этот щенок живет уже много лет, и мне не раз хозяйка этого мальчика говорила, что они рады, что завели эту собаку, потому что собака научила их ребенка, у него, через нее появились друзья, появилось общение, она продлила ему жизнь, на самом деле продлевает сейчас, я надеюсь, дай бог им долгих лет жизни и счастливой жизни. И, конечно, даже для взрослых, знаете, иногда мы живем в таких тесных городах, в таком, мне кажется, многоинформационном мире, но при этом очень часто люди себя чувствуют одинокими. При всем при этом есть какое-то такое одиночество среди толпы. Конечно, собака, как ни странно, но это выход. Потому что такой пес,
Во-первых, научитесь проще общаться с людьми на улице. Это очень просто. Ты идешь с собакой на поводке, тебе идет даже человек просто без поводка, начинает разговаривать, и у вас завязывается диалог. Вот. Это не раз со мной было, да, просто совершенно людьми. С детьми тем более. То есть, если подростку, например, тяжело общаться, то есть это очень такой вариант хороший. И просто для человека, да то просто даже пойти в парк, погулять с собакой, да ты уже не один. Ты причем не просто идешь с собакой, ты идешь с другом. У тебя какая-то есть забота. То есть это, ну, я считаю, что заставить еще жить вот этим здоровым образом жизни собака заставит, да. Но это надо помнить, что нельзя собаку покупать ни в подарок, ни для ребенка. Вы никогда не покупаете собаку для ребенка. Вы ее берете для себя, но с ребенком вы им дадите возможность быть друзьями. Но, конечно, ответственность, она лежит все равно на взрослых людях. На самом деле животные очень тяжело переживают, и отказы, и все эти переезды. Хоть вроде думаешь, что вроде животное, собака привыкла. Нет, им тяжело, они это все переживают. Им нужно время, чтобы привыкнуть. Когда возвращаешься откуда-то с дальней поездки, тебя не было недели две. Ох, как они бегут к подъезду, к двери, как они бегут вообще. Это очень хороший друг. Это такой друг, который, если вы пустите свое сердце собаку, то она, конечно, оттуда не выйдет потом, это точно. Да, малышки мои. Девочки мои, Асти! Девочка моя сладкая, да. Да, зайки мои, да, зайки. Да, ай, кто ты? Да, ты что? Какое ваше любимое слово? Какое ваше любимое? Еда. Еда, ваше любимое слово, да? Дурочки мои.